Арела, вставай, сейчас мы будем забирать из садика твою сестренку и твоего братика. Поехали, я только переоденусь. Хорошо, иди переодевайся. Одевайся. Ой, что тут делает коляска? Что же мне надеть? Интересненько. Все, я уже оделась. Поехали уже за новых сестер и братиков. Если там хорошие есть, тогда купим удочерим, то есть хорошо. Поехали. Все же пришли. Это детдом? Да, можете удочерить этих милашечных детишек. А, тут нормальных нету, кажется. Нет, и тут есть. Мне не очень тут нравится. Вот здесь еще дети есть. Мне подходят эти дети. Как классненькие. И волосы похожи на моих. Я удочерю вот этих двух. И поехали. Пошли. Угу. Все только этих, да, больше мне не нужно. Я удочеряю только их. Ладно. У Вики 12 апреля. У Арнольда я уже узнала, что у Юлия 3-го. Смотри, я могу вставать. Пошли. Зовут твоего братика. Теперь нас. А тебя как зовут? Меня зовут Вика. А тебя меня Арела. А его кого зовут? Его зовут Арнольд. Арела, Арнольд. Будет классно. И Вика. Какой классный котик. В этом времени Макс, поехали. Тоже будешь играть с своими сестренками, с сестрами. Класс. И вот мы пришли. Можешь играться. Классно. Мой динозаврик. Дай мне поиграть. Не-а. Ну, Вика, иди ко мне. Я тоже хочу к зайчикам. Ладно, иди. Он прыгучий, оказывается. Куда ты, Арнольдик? Ты нашел первых друзей себе. Какая же ты милашка. Плохи. Что делаешь, Арнольд? Учил. Первые слова нашего Арнольдика. Понятно, у всех маленьких табук бывает.
Поехали. И вот мы пришли. Сейчас покажу тебе свою комнату. Не тронь меня, хорошо? Опять будет. Опять. Мейкап не нужен. Мусор. Вот потому тише. Вон тебе кроватка, смотри, какой красивый. А где Орель, Вики? Сейчас возьму, хорошо? Хомяк, хомяк. Вот кровать, я как раз максимум 2. Ставлю. В общем, тут двухъярусная кровать нужна, наверное. Вот, ладно, вот так оставлю. Иди в кроватку, иди. Эти игрушки для Вики и Ариэлы, это для Арнольдика. Какие они все миленькие. Что можно им сказать? Давай их позову. Вика, Орелла, идите ко мне. Мы не хотим, ну ладно, пошли. Поехали, узнай вверх. Сейчас, девочки, сейчас. И вот мы уже наверху. Как классно, классно. Как наверху я. Классно. Что мне нарисовать? Вот так. Привидение с кустов. Вот мое. Какая красота! Ой, доча, играешь? Не прыгай из высоты, а лесен, а из балкона. А-а. Первый раз хочет стать Орелла. Как классно, что она встает. Все, пошли. Ой, оно, да где он? Какое произведение искусства. Это ты нарисовала? Ну, да. Я красиво рисовать умею. Я просто классно себя чувствую из-за этой маленькой девчонки. Ты моя художница. Ты моя художница. У тебя классный талант. И как у Орелы. Она классно может спеть, только не сегодня. У нее горло немного болит. Она хорошо водит машину. Дети уже будут все спать. Конечно, нет. Только же 5 вечера. Еще же рано. Ты такой красивенький. Это я, сестренка. Я как... Опять уйду до этого. Этот хомяк обычный. Ты готовила что-то там вкусненькое. Схожу с кем-то в улицу. Будет классно. После 5 минут схожу, наверное.
что-то, может быть, закажу. Пошли, Зилочка, мне. Я уже Вику забрала, и поехали мы уже за вещами. Только 3 клубники у меня есть, потому что... Блум, поехали. Полетаем. Ва-в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 а
Ва, как высоко! Ва! Дальше шли мы пешком, потому что надоело и зарядка села. Почти пришли. Какой красивый магазин, может, идем потом, давай позже. Хорошо, давай завтра. Завтра утром. Угу. Туда нас найти? Ой, конечно. Хорошо, что мне напомнила ты. Теперь туда. Покажи-ка. Не хочу. Наверное, у вас есть ананасы? Да. Мы сначала попробовали игру набрать. Бери пчелку для орелки. Хорошо. Ты сегодня умничкой была из первого дня. Дает классные игрушки. И для Арнольдика. Спускайся, все. Угу. Я всегда хотела узнать, что это за аппарат интересный. Кстати, у вас есть ананасы? Посмотрите, я не туда хожу. О, я что-то спрашивал про это. Ой-ой-ой. Дочек, ты здесь? Да, я играю с внучкой, блюдечкой и кукуечкой. Ладно, я играю своим брючкой, внучкой. И все мы с иглоск набрали, ребята. И иди уже домой. Ой, смотри, тут планшет есть. Лесок есть. И вот эти иглоски мне нравятся. И сок. Действительно, я чуть не выпила весь. Ладно, поехали за домой. Я хочу домой. Ладно, пошли. Быстрей. Планшет этот новый покупаю. Ладно. А фотоаппарат? Фото что? Фотоаппарат. А, говоришь, фотоаппарат не нужен. Он стоит 11 рублей. Видишь? $11. Это слишком много. Ну ладно. Ну вот уже мы вышли. На этом уже наша серия заканчивается. Ребят, всем пока. Это была первая серия из моей второй семейки. Кому нравится, ставьте лайк. Пока.